Сорвалось, мои дорогие. Вчера девчонки говорили, что за иншот мне пришлось, у меня разделилось видео, конечно же, и пришлось соединять. Когда соединяешь, это уже их не своя программа, я там вот такая совсем, и по бокам, это я так даже и не делаю, это вот делает эта программа, потому что пришлось сшивать мне видео. В данный момент такая же петрушка случилась, просто сорвалось, и опять же будет так же. Так что вы не думайте, что я это там специально хочу это поставить, такое нет. Я когда сшиваю, получается вот как-то так. Поэтому сегодня, к сожалению, так же будет. Ну что, продолжим, опять сорвалось у меня. Господи. Ах, велюр. Запах, девчонки.
Белый велюр как будто должен отлежаться. Вкусно. Сухой мел я люблю. Вкус сливочный. Угу. Вкусно. Ну что, доедим, наверное, да? Доедим в кавычках кашку. Ну, запах, конечно, вообще.
Здесь, конечно, ассорти полное. Что-нибудь сухое погрызть. Вот такое. Это вроде, да, белый велюр.
вкусно. Пожевала, так захотелось. Вам, наверное, не очень, конечно, ждать. Но мне так захотелось почувствовать этого вкуса, прям посидеть, так медленно пожевать. Поэтому как-то от души хотела прям. Мел уже сколько не ела. Чистый мел. Поэтому вы тоже меня поймите. Я любитель так по все вкусовые качества, чтобы ощутить. Подольше пожевать так. Вообще релакс. Каша наша была очень вкусная. Просто запах вкусный. Шикарно. Просто шикарно. Белый велюр с запаха побелки, который я люблю, вообще там нету. Сливочный есть вкус. Угу. И чуть жирноватый. Жирный я тоже особо не любитель. Я люблю чисто сухой мел. Вот. Ну, есть можно изредка. Ой, кто-то мне там пишет. Поправилась уже у мамы туда-сюда. Ой, девчонки, расту, как я не знаю кто. Стараюсь, конечно, поменьше есть здесь. Ну, а что делать? Сижу дома, ем, готовлю. Ну, иногда, конечно, мы погулять выходим. Опять ешь. В общем, все связано с этим. Здесь еще такие кафешки, рестораны. Очень вкусно готовят, прям очень. В Бишкеке, я думаю, что все рестораны, кафешки на первом месте. Вообще так молодцы, вообще очень супер просто. Так что спасибо, мои дорогие. А я вас люблю, ценю. Пишите. У меня тут целый список, я вам сейчас покажу. А вот такой список. Вам видно, наверное, да? Ну-ка. Видно, да? Вот она уже у меня здесь на столе лежала, и вся такая уже такие пирожки там, в общем, образовались.